Выдача пенсий в Ангарске начнется с 3 января. Также после новогодних праздников будет производиться единовременная выплата в размере 5000 рублей, которую утвердили взамен ежегодной индексации. Если пенсию гражданину доставляет Почта России, то и выплату он получит тем же способом. То же самое относится к пенсионерам, пользующимся услугами альтернативных служб доставки и кредитных организаций.